Подходите, братья. Дальше пешком пойдете. Бачки маслом пахнут. Только область, я тут знаю. А я с вами с утра встречалась. Где, у вас Саяна? Да. Говорят, земля плоская, земля круглая. Ну все, ладно, давайте идите. Так, пешком все дальше. Пешком? Да, пешком. Да, прогуляйтесь. Пойдемте. Пойдем. Покажите. Вечеру потом сейчас Елена Анатольевна уезжает, потом надо будет зарегистрировать. Вечер потом, значит, скажем, да. Благодарим. Ну, сейчас никого нет, они в Барнаул уезжают. Не надо. Да. Сейчас пока не надо, не ничего, дойдем, да. Не надо ничего делать, а мы все вместе. Дорогу вправо принимите. Ну кто влево, кто вправо? Влево, влево. Кто влево, кто вправо? Хотим тесто вправо. Ну да. Вчера приехали, да? Да, да, вчера. 9 часов, 10 минут. Видите, я новый забор построил. Где? Вон он у меня упал, пришлось сделать заново. Ты доску каждый раз приставлял, чтобы ровно было? Да. Прокладывал? Да, 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 прокладывал. Да и то криво начал, без этого, без уровня. Игорь Барабаш подъехал. Это разве так делать? Это для Господа разве так делать? Да, привез уровень мне. Не, ну, сейчас ровно, да? Ну я по веревке делал. Комарики. Сейчас у нас новый поселенец тут будет строиться. Ян Ермоленко. Это муж Лизы Устиновой. Отец Павел Ермоленко, если кто видел по роликам. Священник. Да, священник, да. Вот его сын. Это в этом доме? Да, вот этот дом будет разрушать, вот он его уже начал разрушать. Ага. Это Малютинский, мы его раньше называли. Вот, и будет свой строить, новый дом. Фундамент заливать, все это дело. Потому что этот плохой, он уже, это, ну, холодный очень был. Строили в то время, когда этих ресурсов мало было. Всяких строительных. А вот такой запах противный, это эти едят, как они называются, сирень. Жуки нападают, которые поедают ее.
Ну, это чтобы это завтрак хороший у вас принимать потом был. Там-то отлично. Сколько у брата-то рост, Вячеслав, не спрашивал? 198. Ну, то есть он чуть выше этого Константина даже. Тот 96 вроде бы, 196. Ловите веком. Знакомые все лица. Лица, да. Ласточки пикируют. Смотри, как ласточки пикируют. Да. Вот скорость у них. Низко летают, говорят, в дождю. Ну да. Братья наши, Ирина, куда заносите? Здорово были. Что там осталось? Храни вас Господь. Мы что, заносим, да, туда? Так, братья, все туда несите. Ага. Вот вот потуда обходите. А сестрам сюда помогите занести. То, что с едой, то туда, налево. Сразу еду заносите. Еду налево. Да. Сразу в дом туда заноси. Там разгрузимся. Сестры, вот сюда вещи свои заносите. Братьям командуйте, чтобы они туда ушли, направо. О, добрый день. Так, направо. Заносите сюда вещи, а потом сразу сюда придете. Вот сюда, сестры, свои вещи туда заносите, влево. Тут братья помогут. Серега! Так, братья, справа, сестры влево. Так уж получилось у нас. Давайте. Помогай. Поднимайте, как куда, направо или налево. Лучше все там вещи ставьте. Сейчас они придут. Так, разгрузился. Так, на место, газель. Все, свободно. Все, все, все. Не надо, нагодите назад. Это, кстати, вот это. А, вот, для машины тоже приехали. Владимир, поставь сюда. Что там? Машинное все? Ладно, машина. Давайте. Так, братья направо, сестры налево. Ну кто пришел-то тут, а? Ты, значит, мир вам. Миром. Ну все, сестры, влево, заносите вещи свои. Туда заходите. Давайте назад. Так, помогай, Максим, какие? А ты куда сказал? Ладно, налево, в этот дом. А у тебя вещи забраны здесь? Нет. Все, хорошо. Так, это чей такой? Не детский. Это я возьму. Твой, да? Сзади, осторожней. Все, там. Все, вот это недавно.
сверху, все. Не посчитал даже. Сестрам помоги, Сергей, сестрам донести. А вот это что там стоит, не знаешь? Это для машины. Для машины? Машина? Да, да, для моей машины. Запчасти понятно. Там. Понятно. О, слава Божию. Все, туда, проходите. Ну все, слава Христу. Аллилуйя. Это наш.